четверг в Самарской области переменная облачность, преимущественно без осадков, плюс 13, плюс 15 градусов днем, ночью 8-10 выше 0, ветер северный 6-8, порывы до 19 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 14, ночью 10 выше 0, северный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 13, ночью плюс 9, северный ветер 7 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 14, ночью 9 с плюсом, северный ветер 7 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 44%, в геомагнитном поле небольшие возмущения.